Ariana Grande la ode. Доброе утро, guys. Я наконец-то дошла до того, чтобы снять один день из своего карантина, самоизоляции. Решила, что сегодня именно тот день. Я надеюсь, вам будет интересно, как и мне. И я постараюсь по максимуму насытить этот день. Сейчас примерно где-то, не знаю, 8-8.30 утра. Потому что в 9 часов у меня начинаются мои дистанционные занятия. Да, я все еще учусь. И учусь дистанционно, со своими учителями. Некоторые святые люди отправляют просто задания, а некоторые мучают и заставляют вставать. Так и живем. Пижаванька. Ужасно хочу спать, потому что я ненавижу утро, я проснулась буквально минут 20 назад. И готова уже умываться и идти садиться за уроки. Вот теперь я это утро могу назвать доброе, потому что я наконец-то Можно я сниму, да? Наконец-то мое утро начинается, и сейчас я пойду делать себе завтрак, и пока наслаждаюсь видом из окна, пока готовится. Обожаю свою семью. Сейчас я вам попробую показать лучший рецепт кофе, который я пробовала, наверное, за всю свою жизнь. Но я приобрела, это холодный кофе. Надеюсь, вам понравится. Если кто-то из вас, гайз, сидит в ТикТоке, то вы определенно знаете, что за рецепт я сейчас покажу. А если нет, то я надеюсь, вам это будет интересно и очень вкусно. Для приготовления нам понадобится 2 больших стакана, кофе, сахар и молоко. Я его уже поставила. И, конечно же, миксер. Я постараюсь максимально доступно объяснить вам все. Вы, если попробуете, обязательно дадите мне знать. And I'm moody, I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening, what's happening, bitch, I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening, hips tick tock when I dance. Demon time, she might start her OnlyFans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real ass, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low, then swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. You love him. Прекрасные новости. Я впервые за последние 1.5 месяца мало того, что выхожу из дома, так еще и еду в город. О боже, наконец-то. Господи, я как будто собираюсь улетать в Америку. Идем с этой кукарекой по моим делам. Понимаете, бизнес, деньги, все дела. Где мой майбах? Если честно, реально соскучилась ездить на автобусе. Как бы смешно это ни звучало. Да. Мне кажется, я погорячилась с кожанкой, потому что очень жарко. I know. В общем, guys, как вы уже поняли, сегодня я решила разбавить этот долбанный карантин, самоизоляцию тем, что... Мы пойдем, собираемся. Потом мы пойдем в центр, потому что мы очень давно там не были. 2 месяца. Жесть. Я 1.5. Пишите, я сколько вы. Да, она типа Москва. Бичи. Где твоя машина? На мойке она. А я думала, она где-то вон там. Ну, это мои подержанные тачки. О, мой бог. Может, тогда у Шкоды заберем? Шкода твоя, бомжик. Я на X6. Сотку, о боже! Сейчас тебе покажи.
голодный ребенок. Даже не самоизоляция не может. Я просто хотела пить. И вечно жрущая ноза. По кайфу тебе? По кайфу замажешь. Тикток, возможности за край. Мы за ППП. Конечно, ППП с МакДак лучше средство. О боже мой. Мы пытаемся сделать идеальный селфи, и у нас волосы просто в глаза. Тупой ветер. Instagram model просто. Let's do it. Ариана Гранде на удачи. Ты видишь его? Да. Знаете, в чем угар? Я могу что угодно сейчас говорить, она меня не услышит, потому что в наушниках. Обожаю. What's up? У меня большая дилемма, я не знаю, что выбрать. Вот эту выбрать или вот эту выбрать? Но захочет оставаться strong. Вот я тебе говорю, солнце, это существо заставило меня протопать, я не знаю сколько уже, и осталось еще совсем немного, и будет финишная прямая, там магазин, а потом шабуха! Дом. Это шоу? Да. Иу. И потом через пару секунд Надя шел. Да, вот это. Иу, шабуха! А потом на кузнево. Вы знали, как она меня достала. То, что вы видите, это снимаю я. День выдался максимально выжатым. Я не думала, что он будет такой насыщенный. Чё ты пялишься? Чё ты пялишься? Тебе есть что сказать? Да. Ну и... Я уже это напела. Она поет это всю дорогу. Как собака паскунила. Смотри, ты чё купила, а? Это так странно, вроде мы немножечко погуляли, но я так устала, капец просто. You know what time is it? It's time for TikTok! Из-за этого тупого TikTok у меня эта песня в голове 24/7. А теперь мастер-класс от бывшего TikTok. Сейчас монтировать это видео, чтобы уже завтра его выложить. Аллилуйя! Какие-то... Какие арабские видосы? Дубайские? Что ты делаешь? Она смотрит, короче, про компанию Emirates. Как пройти собеседование в Emirates? Да, мы мечтаем ехать в Дубай. Она мечтает. Она не мечтает, она всегда все делает. Берегите себя, а я обнимаю каждого, обожаю каждого. Всем пока-пока.